Хорошо, мы приветствуем Марину, интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо, и я даю команду, на счет три сканер начинает сканировать пространство над головой Марины, под ногами, ему и становится ее заложником. 1, 2, 3. У Марины арахноид с потомством, прямо он так и вышел. Со всем потомством, хорошо. Дальше. На руки расставила в стороны, и вот эти потомства, как стряхивает себе. Все уберем, Марина. Коннор их всех клетку определил. Хорошо. Смотрим дальше. Дракон. Какой? Синий дракон. Одна голова? Одна. Угу. Хорошо. 2084. Угу. Хорошо. Пошли дальше. Инсектоид. Инсектоид. Как же без него? Дальше. Низковибрационная. Бес у нее. Бес. И все. Четыре канала. Арахноид, синий дракон, инсектоид и бес, да? Да. Считай цифру беса над головой. 8. Хорошо. Я объявляю программу, вы обнаружены, сегодня происходит чистка Марины. Мы здесь находимся легально, вы находитесь нелегально. Сейчас начнется процедура реверса, мы начнем отдавать вам всю темную, негативную энергию, которую вы оставили в биополе Марины. После этого заберем все светлые энергии, после этого я дам команду каждому выйти и вытащить все, что он оставил в ее биополе. После этого я провожу проверку. Все, кто проверку пройдут, 2 миллионами герц, и ничего не оставит, и уходит на свою чистоту. Кто что-то оставит, тот сгорит просто в клетке. Такое уже бывало неоднократно. Всем у понятно? У нас бес возмущен. Да ты что? А ну, чем он возмущен? Давай, вырази. Он говорит, что у меня не 8, а 9 герц, и я вообще себя вел как демон. Но ты же пока еще не демон. Считаем цифры над головой у беса по-новому. 1, 2, 3. Цифры появляются. Какая цифра, Вера? 8. Бес. У тебя 8 герц. Я почти 9. Почти не считается. Ты почти властитель темного мира. Но почти. Скажи-ка, бес, ты был человеком когда-то? Мне вот просто интересно. Бес я и бесом был. Ты первородный? Ты родился, ты в темном мире или ты был человеком когда-то? В своем мире я родился. Хорошо, ну хорошо. Как долго ты находился в этом биополе, скажи мне сразу? Что это я находился, я и нахожусь. Ты сейчас в клетке находишься, а сейчас я перед тобой открою портал в галактическое ядро и предложу тебе альтернативу. Если ты меня за идиота считаешь, то я эти разговоры тебе быстро закончу, без. Здесь демоны на коленях стояли и просили о пощаде. И тут приходит 8-герцовый бес и начинает мне диктовать условия. Тебя что, уничтожить? Я хочу, чтобы меня оценили по достоинству. Ты должен сначала, я оцениваю по достоинству, а не надо выпрашивать эту оценку. Я у тебя, придет время, я спрошу, что ты сделал, какую ты боль причинил, тогда можешь хвастаться и рассказывать. Вот тогда я оценю. А сейчас я задаю вопросы и прошу на них отвечать по существу. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? 2 года. На какую частоту ты зашел? Объясни, какая была ситуация? Разочарование.
И что это было, депрессивное состояние? Или знание, что делать в определенных ситуациях. Ага. Опустились руки. Опустились руки, и разочарование – это частота беса. Ты это хочешь сказать, да? Тут как тут я. Хорошо. Следующий вопрос к инсектоиду. Инсектоид, как долго ты находился в этом биополе? Год. Один год. Потомство есть у тебя, инкубатор есть в биополе? Есть. Хорошо, я дам потом команду, вытащишь это все. Сейчас я начну, дам команду на рассинхронизацию энергии. Вернее, не рассинхронизацию, а на реверс энергии. После этого и в процессе процесса этого я буду задавать вам вопросы. Хорошо, и я даю команду тонкой копии Марины спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низкую вибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей этой чужеродной, патогенной и низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Марине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всего болезни, все, что она могла получить от них, возвращается к ним назад. Энергия идет, и у инсектоида у него не год, а 1,5 стоит. Полтора года. Понял, полтора года. Хорошо, синий дракон, как долго ты находишься в этом биополе? 4. Когда ты зашел, покажи ситуацию, на что ты зашел? Во сне. Кем ты предстал? Что ты предложил? Каким обманом ты вошел? Знание предложил исправить ситуацию. Сказал, что знаю как. Угу. Хорошо. А кем ты был? Святым, ангелом? Кем ты был? Учителем, куратором? Учителем. Учителем, хорошо. 4 года. И арахноид, как долго ты находишься в этом биополе? 6 лет. Ну, 6 лет – это уже много. Хорошо. У тебя есть потомство в биополе? Потомство с ним. Хорошо. А в квартире ты там ничего не оставил? Мы там будем через 10 минут. Потомство там есть тоже. Ладно, хорошо, Рахнова. Я твое потомство отправлю на твою чистоту, когда я буду чистить квартиру, потому что если ты пройдешь проверку, я тебя буду отпускать на твою чистоту. Ничего я им вредного делать не буду. Все понятно? Будет ждать на своей чистоте. Конечно. Хорошо. Ждем окончания реверса. Отчуждение чужеродной энергии продолжается. Готово. Хорошо. И устанавливаются фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Марина забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Марина себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Скажи, бес, есть лярвы на теле Марины? Да, есть. Где? Ее шея и плечи. Шея и плечи. Хорошо. Когда твоя очередь дойдет, вытащишь все, доложишь все, что ты убрал, и после этого я тебе дам отдельно команду, и я тебе разрешу забрать эти лярвы. Все понятно? Да. Видишь, а ты говоришь, тебя никто не оценил. Реверс закончился. Хорошо, значит, мы все у них сейчас забрали. Хорошо, начнем тогда с арахноида. Арахноид, выходи, пожалуйста, забирай все, что ты оставил в ее биополе. Вытаскивай все свои паутины, микроны энергии, жидкость, все, что могло остаться, все вытаскивается. Приступай. И доложи о готовности. Проверки. Ну, у нее руки, шея, голова, все в паутине. Ниже идет дракон. Ниже идет дракон. Хорошо. Он сматывается в паутину, снимает с головы. Хорошо. Он своими лапами ей давил на голову, протыкал. Ой. Это сильная головная боль должен был человек испытывать. Все снял. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы, подключки, все, что ты оставил. И доклады о готовности. Проверки. Сердечная чакра, подключка у него.
Снял. Хорошо. Инсектоид. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Жидкость забирай все, что ты на твоей чистоте, чтобы ничего там не оставалось. Приступай. Но у него как гель какой-то или как клей, что такое. Смотал он все это. Уплотнитель. Инсектоид. А, густая какая-то масса. Понятно. Хорошо. Мы такое уже видели. Достает еще. Хорошо. Готов. Хорошо, Бес, я прошу тебя выйти сейчас, вытащить все, что ты оставил в ее биополе. Объясни, кстати, что ты там делаешь. Вернее, для чего ты устанавливал вот эти процедуры, что у тебя там установлено. Какие боли она вызывала у Марины на физическом плане? Качели установил он, поясница, ноги. Да, качели. Сапоги одеты на ней. На руках веревки. Понятно. То есть опухали ноги, руки, боль в пояснице была, да? Да, это я все делала. Молодец. Учился этому? Хотел быть выше, чем все остальные. Ну, у тебя, наверное, Павел, получилось же. Ты же сказала, что ты скоро 9 герц получишь. 9 герц – это уже почти демон. Так у вас там есть карьерная линия, карьерная какой-то рост, да? Без. Хочешь пойти посмотреть? Ой, я тебя прошу, ты не видишь? Я тебя он... приглашаю. Ой, ты знаешь, сколько раз я уже был перед входом в ваш мир, принося туда души? Ты же видишь, кто я? Ангел смерти. Ты меня приглашаешь туда, куда я каждую ночь прихожу? Это по-другому работает. Ну так объясни, чтобы я понял. Мне когда кто-то... ты приносишь души, ты не знаешь, куда они пойдут. Они остаются в распределителе. Да, это верно. А дальше решается их судьба, я так понимаю, да? Ну, по количеству набранной негативной энергии или судьба как? Судьба решается, когда они живут. Понятно. То есть они на ждут... Земле. Это значит, они ждут приговора там, да? В распределителе. Приходят в себя после перехода. И как долго этот процесс длится, как ты думаешь? Или насколько ты знаешь? Ну, первый процесс 3 дня. Угу. Процесс привыкания и осознания перехода. Понятно. Ну что, опускать меня будешь? Подожди, еще нет. Ты все вытащил, да? Я достал. Хорошо, разрешаю тебе забрать лярвы, которые в биополе находятся. Марины, забирай все лярвы, ничего не оставляю. У нее плечо и шея. Хорошо, вот там снимаю. Как тяжесть, какая-то груз у нее. Все собрал. Хорошо, все, мы здесь закончили. Теперь перейдем к процессу рассинхронизации. После этого я начну, проведу проверку. И после этого все уйдут на свою чистоту. И я даю команду на рассинхронизацию энергии Марины с энергией арахноида, синего дракона, 100% своих энергий. Готово. Хорошо. И я подхожу сейчас к Марине, кладу руки на плечи и помогаю ей своей энергией произвести импульс высоковибрационного шокового удара и сжечь каналы к интерферентам на счет 3. 1, 2, 3. Пошел удар. Сжигаются все каналы. Отлетают. Открывается портал в галактическое ядро, и все остатки этих каналов улетают в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. И я даю команду сканеру на счет 3. Начинает сканирование. Контроль сканирования Марины. 1, 2, 3. Пошло сканирование. Все малейшие частицы уничтожаются сразу на месте. Если что-то крупное там еще осталось, загорается ярко-красный маячок. Все чисто. Хорошо. Будем отпускать. Хорошо, Бес. Ты готов уходить? Да, готов. Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса. 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь в огненную пентаграмму. Инсектоид готов уходить? Готово, готов. Открывается наверху против часовой стрелки портал на частоте инсектоида. 1, 2, 3. Инсектоид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Синий дракон, я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не войдешь в это биополе.
Он кивает, дает слово синего дракона. Хорошо, открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту, забирает все, что он с собой принес, забывая дорогу назад. Готово. Закрывая печать, растворяя. И арахноид. Я тебя сейчас отпускаю, все, что я в квартире найду, я отправлю на эту же чистоту. Ты в курсе, да? Понял. Да, буду читать. Открывается наверху против часовой стрелки портал на чистоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, мы всех убрали. Включаем высоковибрационные фиолетовые лучи. Вытесняем все остатки от интерферентов за пределы этой комнаты. Остается только наша энергия. Поехали по частотам. Есть. Пусть тонкая копия Марины вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 670. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Марины до числового значения 670 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия и вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, я обращаюсь к Марине. Марина, как вы себя чувствуете после чистки? Она говорит, что мне осознать надо. О, да. Многое и энергии прочувствовать. Абсолютно верно. Ее держат эмоции какие-то. А что за эмоции ее держат? Можем ее убрать, эти эмоции? Вроде вы убирали все. Мы убрали, но ее держат они. Марина, вас какие-то эмоции держат. Если вы их не оставите, эти эмоции не оставят и вас. И вы будете страдать, если вы не хотите. Вернее, хотите что-то изменить в своей жизни в положительную сторону. У меня какое-то беспокойство есть. Уберите это беспокойство. Оно и мешает быть счастливой. Вот сейчас у нее состояние, да? Мы его подняли эмоционально. Именно на уровень счастья, которого ей не хватает. У нее что-то отвлекает ее от этого. Какая-то эмоция или мысль, я не знаю, от которой она всегда думает. И ее это снижает, ее вибрации. Хорошо. Можем мы эту мысль как-то вывести из ее головы? Нет, мы не можем. Это только она может сделать, да? Но хорошо. Она держит ее. Мы вывели эмоциональное состояние, которое висело на ней, ненужное, вывели. А это хорошо. Я понял. Тогда я буду конкретнее. Марина, если вы это не уберете сами из своей головы, у вас будут проблемы в дальнейшей жизни. Вот это какая-то пережитая вещь, вы должны это все отпустить. Пока вы будете постоянно об этом думать, у вас не будет покоя никогда. Здесь мы, к сожалению, можем только порекомендовать, потому что все, что вам мешало, эти интерференты, эти энергии, мы все убрали. Вы прочитали манифест. Мы вам рекомендуем читать ежедневно манифест, верить в него, в каждое слово. Она говорит, что я буду стараться держать эту чистоту. Вам надо, кроме того, еще заправляться этими энергиями. Как ими заправляться, я вам показал в этом сеансе. У вас есть полный сеанс. Практикуйте. Начинайте с малого, с энергии вибраций. Потом синхронизируйте все. Вот. И не допускайте, как только негатив у вас начинает появляться, выдавливайте его из тела, открывайте воронку и скидывайте его туда. И не забывайте закрывать воронку. Это хороший совет. Он вам очень понадобится. Практикуйте, и те, кто стучат, тем открывают двери. Хорошо, мы закончили. Сейчас мы будем переходить к вашей квартире, но пока мы вернем вас назад в ваш биоробот. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Марины в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово.